Приветствую вас, мои дорогие зрители. Сегодня у нас спецвыпуск. С вами Лилия Донскова. Не забываю всегда говорить об этом. Сегодня спецвыпуск, в котором я буду вам рассказывать о каталоге премьер-клуба. Напоминаю еще раз, чтобы стать участником премьер-клуба, нужно в течение каталога набирать 150 баллов в заказ. И тогда он будет вкладываться в заказ, вот такой красивый, шикарный каталог. Он хоть и небольшой, но очень ценный, потому что в нем очень много выгодных предложений, скидок и продуктов, которых уже нет в каталоге, а иногда так хочется их купить. И я вам рекомендую поторопиться и в каждом каталоге успевать делать по 150 баллов, потому что это не только выгодно, но еще и очень выгодно. Потому что вы будете получать дополнительно кэшбэк 10%, а это примерно где-то 800 рублей вам будет возвращаться на номер. Вы будете получать скидку уже с организованного товарооборота, даже с личного, от 3 до 22%, 50% скидку на любой самый дорогой продукт и каталог. Ну, преимуществ, по-моему, более чем достаточно. Ну что, смотрим? Каталог премьер-клуба начинает действовать со второй недели текущего каталога. То есть каталог номер 12 начнется со 2 сентября по 15. То есть будет 2 недели для того, чтобы сделать покупочки. Но помните, что некоторые продукты здесь в ограниченном количестве. И чтобы успеть, я рекомендую всегда делать прямо в первые дни начала действия этого каталога. Давайте посмотрим, что в этом каталоге особенно привлекательное для нас с вами. Это, конечно же, блеск для губ с эффектом сияния. Его можно использовать как отдельно на губы, очень красиво выглядят вот эти сияющие частички, или как средство сверху на помаду. Ну и есть еще и оригинальный брелочек с зеркалом, который поможет подправить макияж губ в течение дня. И первая страничка нас сразу радует новинкой. Это целый огромный комплексный уход, новинка в серии Novage. Именно с осветляющим эффектом, то есть против пигментации. Это долгожданная новинка, потому что с возрастом начинают появляться проблемы. Кожа теряет свой приятный сияющий цвет, и мало того, еще появляются пигментные пятна. Ну и теперь нам они не страшны с такой шикарной серией. Серия полноценная, здесь есть очищение, есть дневной крем, сыворотка, ночной крем и крем для глаз. То есть потрясающий, красивый комплекс. Следующая новинка, которая нас ждет, это в серии SPA идет обновление и дизайна, и продуктов. Нам добавляется солевой скраб для тела. Ох, как я его жду. Обожаю скрабы. Я думаю, что он будет шикарный. Расслабляющее средство для ванны. Оно будет трансформироваться в шелковистое молочко для ванны. И вот этот аромат с эфирным маслом лаванды и витаминки Е, и миндалем, и так далее, то есть вот это вкусненько сделает нашу кожу невероятно классной. И следующее – это пенящееся масло для душа. Такого мы с вами еще точно не видели. Это роскошное масло будет превращаться в кремовую пену. И он содержит восстанавливающий экстракт водоросли каролина, питательное масло канолы и миндаля, смягчающий кожу, витамин Е, расслабляющий водно-цветочный аромат. Вот эту серию, конечно, я жду с огромным нетерпением. А затем ее можно будет купить уже только в 13-м каталоге. Для участников премьер-клуба она уже будет доступна в 12-м каталоге. Далее. Рекомендую всем, это набор пробников. Он позволяет хорошо протестировать и подобрать продукцию для того, чтобы все пришло и все, что пришло, все понравилось. Набор включает в себя и помады, и пробники ароматов, кремов. То есть он очень удобный, очень большой, и у него великолепная цена. Всего 549 рублей для новичков в течение от 21 дня и 649 рублей уже при повторных заказах. На этой страничке нас ждет шикарный консилер Giordani Gold. У меня, кстати, был такой консилер. Он действительно хорош. Очень удобная кисточка и средство. Оно просто подкручивается и выталкивается вверх. И за счет этого у него очень маленький расход, потому что с кисточки выходит столько, сколько нужно. Тени-карандаш для век в несколько оттенков. Фиолетовый, голубой и
черный-черный. Кстати, я никогда такие тени не брала, но знаю, что они очень популярны, особенно среди молодежи. Тени-карандаш для век уже в более таком привычном дизайне, и он выкручивается. Карандаш золотой и черный. Шикарные лаки, бочонки 8 мл и маленький, всего 5 мл, стойкий лак. Обратите внимание, очень удобная форма, потому что лаки небольшие, мы их быстро используем, они не успевают высохнуть, и мы берем уже новые лаки. Помада Giordani Gold, покажу вам какой-то оттенок, вот у меня как раз есть. Не знаю, представлен ли он здесь, но я хочу просто показать, чтобы вы видели, насколько он хорош. Здесь 48-й тон, а у меня 49-й. Насколько хороша эта помада, как она красива, какой у нее шикарный дизайн. И роскошная цена, всего 299 рублей. Это чудо. Далее, румяна, прессованные румяна. Разноцветные, я их обожаю, все лето ими пользуюсь. Кстати, даже незаметно, что я ими пользуюсь, хотя они у меня в работе практически каждый день. Я очень редко беру другой оттенок румян, потому что вот именно сейчас, когда кожа слегка загорела, они просто идеальны, просто очень красивые. Кисточкой мы так набираем, получаем очень красивый нежный оттенок бронзового цвета. Рекомендую, просто чудо. Это один из моих любимых продуктов. Далее, пудра компактная. Так, у меня как раз, сейчас скажу, какой оттенок. Где-то у нее же должен быть код. Странно, но я не вижу кода. Где-то его спрятали. Я вам, по крайней мере, покажу качество. Не нашла код. Но покажу качество этой пудры. У меня, правда, потерялся пудрик. У меня тоже как раз такой теплый оттенок летний под загар. И вот когда набираешь на пальцы, он, конечно, сначала темноватый, на лице лежит просто идеально. Это профессиональная серия The One, и пудра здесь очень крутая. Тоже люблю ее, но я с собой в дорогу ношу такую пудру, а дома у меня рассыпчатая. Далее, тени для век в шариках. Это просто прикольный продукт, веселый. Шарики разноцветные, их нужно пушистой кисточкой вот так вот набирать, набирать, набирать. И они достаточно интенсивные, несмотря на то, что оттенки, ну, достаточно много нежных оттенков, и белые, и такие светло-серые. Получается очень красиво, и можно интенсивность добавлять. То есть, если вы хотите светлый, оставьте один слой. Если вы хотите по насыщеннее, значит, просто набирайте еще теней и добавляйте себе на глазки. Прикольные пилочки, очень красивые, черно-золотые в упаковке. Подарочная коробка, чудесная коробка, она большая, вы можете посмотреть, тут какие у нее классные размеры. Подставка под кисти и кисть, сама кисть. Вот я вам хочу показать кисть Giordani Gold, это профессиональная кисть для тонального средства, но я сейчас не пользуюсь, она мне немножечко вот слежалась, но я ей пользовалась без остановки, наверное, года два. Просто каждый день, и она у меня уже немножко все уже забилась, ее надо хорошо отмывать. Это для меня, по крайней мере, это лучшее средство для, то есть лучший продукт для нанесения тонального средства. Или самый удобный способ, вот, кисть, это самый удобный способ нанесения тонального средства, потому что наносится тон вот таким образом, то есть с легкими скользящими вот такими движениями, и получается, что вообще кожа не травмируется, настолько нежное прикосновение у этой кисти, что влюбиться в нее просто невозможно. То есть не влюбиться. Да, не влюбиться невозможно, заговариваюсь. Прям рекомендую. Она мне вот заменила все бьюти-спонжики, все там, я не знаю, пальцы, чем мы раньше носили. Я даже забыла уже, потому что я сейчас только кистями пользуюсь. Обращаю внимание, прикольная супер щетка для волос. У нее там и зеркальце, и расческа, и все это красиво очень сделано. Далее, набор аксессуаров. И еще расческа металлическая в чехольчике, кстати. По-моему, это была в мужской серии. Расческа, кстати, очень оригинальная. И удобно, потому что она небольшая, 8,5 на 5,3. Кстати, прикольно, можно своему мужчине подарить, чтобы он в кармане ее носил, и всегда был расчесанный. Удобная расческа, так я ее называю делилка, или да, там как это еще, но ей действительно очень удобно делать рядок и с собой носить, чтобы подправить прическу. К
Крем для рук и тела, мед и молоко. У меня сейчас такого крема даже не оказалось. Все разобрали, и свой тоже закончился. Надо будет обновить такой крем, я его тоже люблю. Кондиционер для волос и шампунь для волос, мед и молоко. Я хочу показать вам объем, что здесь всего 30 мл. Ценник шикарный. Я его для себя рассматриваю, то есть у меня комплект. Я достала только кондиционер. Я взяла такой комплект для того, чтобы брать с собой в дорогу. То есть если куда-то ехать, чтобы не тащить с собой бандуру, не думать, куда отлить, я просто возьму с собой два тюбика, и будет мне счастье. И следующий крем для рук, крем мечты, он тоже такого же объема. 30 мл. Обращаю ваше внимание на цены. Далее. Сухой шампунь для жирных волос. Рекомендую всем, кто любит путешествовать, потому что его удобно брать с собой в дорогу. Если волосы быстро пачкаются, приходит такой вид не очень лестный, прелестный, то просто сделать сухую, такую быструю чистку волос, привести их в порядок и чувствовать себя комфортно. Вот с помощью сухого шампуня идеально. Нужно будет его взбить. Нанести на корни, взбить так руками, расчесать потом, и все, и волосы у вас в шикарном состоянии. Следующий шампунь для тонких волос, тоже для любителей серии Hair X, приятная цена, хороший объем, 400 мл аж, обратите внимание, вроде бы сначала смотрю ценник высокий, а потом, когда увидела объем, понимаю, что это очень выгодно. И крем для рук, пряный цитрус. Он был у нас в новогодней коллекции, еще к нему есть мыло шикарное. Я очень люблю этот крем за его свойства. Смотрите, он как лосьончик. Он просто вот как будто, я это называю эффект, как тающий снежок. Его наносишь на руку, а он просто тает, и все, исчезает. И оставляет после себя тонкий аромат и мягкость. Все, ручки увлажненные, мягкие, никакой липкости, ничего нет. Я его просто обожаю. И люблю очень бочонки, у меня сейчас вот такой, и красненький, золотого нету. Золотой без аромата. То есть это специальное смягчающее средство, обратите внимание, 15 мл. Он небольшой, но хватит его вам очень-очень надолго. Я беру небольшое количество и, например, смягчаю кутикулу. Наношу на ногти, и всегда беру с собой в дорогу губы, локти, ногти, пятки, все, что сохнет, все, что натертое, все болячки отваливаются быстрее у кого, у деток. То есть нанесли на кутикулу, и она станет идеальная, просто размягчится, ее можно потом просто отодвинуть, чтобы она не торчала, и будет классный маникюр. На следующей страничке нас с вами ждет очень много чудесного. Это крем для душа. Номер один, он огромный, 750 мл, поэтому это выгодно. Лосьон для рук мой любимый, с жасмином и нероли. Тоже большой объем, самый вкусный аромат. И он с натуральными эфирными маслами. Из-за этого кожу он делает просто невероятно крутой. Очень гладкая, очень напитанная кожа. Ее просто хочется трогать и нюхать. Это очень вкусно, очень крутой дизайн. Далее, питательное масло для волос и тела с имбирем. Самое, наверное, лучшее массажное масло. И, кстати, он действительно очень круто. Можно использовать и для ванны. Я с ним делаю ванночки для ног, для рук, когда вот маникюр делаю. А следующее средство у нас крем для депиляции. Тоже шикарное. Мы его берем постоянно, поэтому могу гарантировать, что он очень классный. Он справляется даже с очень жесткими, грубыми волосиками, растворяет их, и специальная лопаточка помогает удалить все это. Далее, дневной увлажняющий крем «Абрикос». Это вот эта красивая баночка. Ну, он простенький, чудо не ждите, но он очень вкусненький и легкий, и приятный на лице. Далее, набор для ухода за лицом из 3 тюбиков. Кстати, почему-то я не взяла вам показать. У нас такой набор есть, 30 мл. Это небольшие такие же вот объемы, как я вам показывала, такого формата. Ну, их хватает надолго, потому что здесь вот в этом наборе есть и масочки, и гель. То есть тут, ну, две маски и гель. Вот. Далее, мыло. Нежность цветов, квадратный, классный, в очень красивой упаковке. То есть это прям шикарный подарок. И массажное мыло с отшелушивающим эффектом. То есть там водоросли входят в состав, которые шикарно удаляют мертвую кожу, растворяют ее. И ощущение, как будто ты после баньки. Следом у нас идет пена для ванн «Рождественский пирог».
Гигантский объем, 300 мл всего за 99 рублей. Надо брать. А пена для ванн и гель для душа 129 рублей, 300 мл тоже. Хотя выглядит, как будто он маленький. На самом деле, смотрите, всегда объемы. Объемы у нас очень хорошие. Крем для тела Northern Glow 200 мл, тоже хороший объем. Туалетная вода Northern Glow, кстати, очень популярная коллекция, часто заказывают. Дальше шапочка для душа, мыло пляжа Майами, тоже вкусный аромат. Тальк для тела, где-то у нас есть тальк, сейчас покажу. Вот он мой тальк, главное не переборщить. Вот. То есть он для того, чтобы впитать влагу, которую выделяет кожа, жиры и так далее. То есть я им все лето спасалась, шикарный тальк. Ну, мне нравится, что у него такой ненавязчивый цветочный аромат, и у него удобная закрывашечка. То есть открыли, я вот так надо было снять, там проколола две дырочки, чтобы лишнего не высыпалось. Потом закрыла, все герметично, ничего не высыпается. И он бесконечный. То есть у меня ощущение, что он вообще не закончился. Хотя брали, вместе с дочкой пользовались все лето. И что еще у нас здесь? Пилочки для ногтей. Ну, у меня нет их показать, но пилочки классные. И тут очень много бижутерии, она безумно красивая. Мне очень нравятся такие серьги, очень красивые. А ожерелье со сферой я вам покажу, у меня оно есть. Вот такое оно красивое ожерелье. Необычное, очень оригинальное. Смотрите, сфера большая, матовое такое стекло, ну это пластик, скорее всего, то есть он легкий, он не, так, не отяжеляет шею, красивая цепочка, все это на застежке, можно длину регулировать, потому что здесь есть дополнительный хвостик, как обычно в наших аксессуарах, то есть можно делать пониже, повыше, как вам удобно. Клевый, клевый, я его сразу взяла, мне понравился с первого взгляда. Сумочки, ну это вы уже сами посмотрите. Достаточно все крутое. Вот очень мне нравится шарф Solange. Я на него все любуюсь. И, может быть, даже тоже его себе закажу. Потому что, ну, он просто классный. Здесь у нас все для того, чтобы подчеркнуть свой имидж. Ручки, ежедневники, пакетики. Обязательно берите пакетики. Если вы работаете с клиентами, то заказ нужно отдавать в пластиковом пакете. Здесь 10 штук, всего 25 рублей. Это небольшое такое вложение в бизнес. Обратите внимание, набор ручек с кристаллами Сваровски. Можно скооперироваться с кем-то, втроем взять по ручке. И выйдет хорошая цена, и будет шикарная ручка. И завершает у нас каталог эта помада. Жидкая губная помада Эликсир с SPF 15 из серии Giordani Gold. У меня, как вы думаете, какой оттенок? Конечно, самый темный. Вот такой. Ну, могу сказать, что качество волшебное у этой помады. Действительно, эликсир, лежит очень круто, удобная кисточка, и помада очень классная. Очень. Это помада моей дочки. Она ей пользуется все, ну, постоянно вижу ее в этой помаде. Очень красиво. И можно ее наносить вот как-то густо, как я показала, а можно снять излишки и нанести ее... Не получилось снять. Сейчас... Нанести ее вот так чуть-чуть просто, вот как бы, и кисточкой растушевать, и будет уже другой оттенок, более светлый, более такой, как винный. Вот такая гамма, очень красивые цвета, поэтому рекомендую себя побаловать. Всем спасибо за внимание. Желаю вам вкусных, классных покупочек в этом каталоге. Балуйте себя, помните, что... Чтобы стать участником премьер-клуба, нужно сделать всего заказ на 150 баллов. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, не стесняйтесь, расскажу все, что знаю. Что не знаю, узнаю, все равно расскажу. Если видео понравилось, ставьте лайк. Вам ничего не стоит, а мне очень приятно. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!